Совещание по паводкам в стране сегодня проведет президент. Об этом сообщает пресс-служба «Аккорды». Сегодня по прибытии из Китая глава государства проведет совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами. О принятых решениях общественность будет проинформирована незамедлительно, говорится в сообщении. Отмечается, что работа правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны находится на контроле у президента.